Шрам у нас не хилит. Он со стаками втычет. Он со стаками втычет, я замечал. И он не успевает. Ну, он себя не прихиливает, когда стаки. Он умирает от стаков просто. Ты не рассказывай, что там он у вас, у нас и циркуль, вот это все не вспоминаю вообще. Агро очень большое на хилов, и мобы идут на хилов. Задача миликов не пойти и своей непробиваемой мордой начать бить мобов. Я... Помочь танку собрать мобов в одной точке. Зависли? Нет. Да, завис. Рез принял и не прошел рез. То же самое. Ну, рез принял, но все бегают на месте. Маленький мол вылетел, смотри. И Лу. Я имел в виду ДЦ не актуальный, чтобы захиливать Валю. Если что. Я бафа, у меня все заебись. У меня дисконт не пускает. Ой, началась это поебота. Короче, Вольт, чё, Валю захилим на завтра до проход? Как тебе? Можно. Я завтра... Ну, соответственно, да, завтра где-то часов до 10. Ну, до 9. Можно сколько? Было попробовать раньше собрать или по работе многие не получится? А мне, не знаю. Не, не получится. Я в 5 только дома буду. Примерно. Может, раньше. После РТ Твиса останешься и этот Войд и... Надо поговорить, нахуй. Будете Твисю ругать? Нет, Вайт... Медвеев. Это самое, но... Мне в среду с утра надо будет, но я не знаю, ну... Да я понял. До 9 максимум могу. Я помню. До часу. Но если, блядь, за короче, до проход ставим на завтра. И посмотрим, нахуй, кто придет. На 18.00. 18.00 завтра, хорошо. 3 часа у нас будет. На сколько? А что, не вчера отход, что ли? На 18.00. Вчера, я аж 18.50 буду. Ну, блядь, подойдешь? В чем проблема? Подойдешь, как подойдешь. Да. Я поставлю в Дискорде расписание рейдов. Если кто не в курсе, текстовый канал расписание рейдов. Все смотрим. И смотрим, ребят. Текстовый канал расписание рейда и смотрим сообщения дня. Не забываем. Меня вообще нет, завтра не будет. Ре-о. Что за разговор? Я только подошла. Давай. Фоном не печенька. Я говорю, после РТ надо Твися тебе, войду и мне остаться. И там некоторым людям. Твися, не оставайся, они тебя ругать будут. За что слышно? Ро, что ли, дали или что, ребят? Я завтра тоже не будет, ребята. Никакого нахуй роб. Чем вы, блядь, слушаете нахуй? Если кому надо, Джимса поставил при входе. Чё, блядь, рыжая хуйня? Охуела меня за ногу кусать? Или чё, блядь? Всё, пища, у меня нету. Охуел? Она живая? Кто? Рыжая. Это рыжая там хуйня, уже... я сижу, блядь, на свете, а он мне подходит сзади, как грызанет за пятку, блядь. Поиграться. О, кинь ты долечал, сука, танчил это время, ну. Играй. Не-не, если бы он Джайну танчил. Так, чек на готовность. Нет, я не готова, Мосс, не спекнулся. Дигды, мы чё ждём в сумонке. Ещё в ходу. Мосс, спекайся. Мишка. Я тебя снял, подстреляю, петушара, блядь, рыжая морда. Там гримуарчик есть, нахуй, который на этого идет. Если мы во вторник убьем профа или Синдру, кого-то из них, или того и того, то если мы их убьем, то в среду еще допронос будет, будем бичевить. Да, я видел Джайну, чё там. Не сказать бить прям, а будем смотреть. Кого, Джайну, блядь? Ну так ты ставь нормально вопрос. Видеть, я видел. Мы придём на шкаф. Разденем Джайну до трусов и будем смотреть.
Дайте квадрат, пожалуйста. Никакого квадрата. Печеньку нахуй. Я хочу квадрат. Упустила нахуй двух кособоких, печенька ее. Я одного первого Войт упустил. Нет. Да. Ну, с черепом бегаешь. Я видела. Типа, у меня с одной стороны два моба вышли. Там Войт, ты с какой стороны танчишь? Войт танчит справа, упустил двух валдырников. Что, да. Боишься, сука, нерфа? Так вот, нахуй, бойся меня. Так, ну чё, баф-то раздали, чек на готовность. Давайте оперативник. Мосс, спекнулся? Я буду летать с Юлей, да? Да. Юля, мы там одни будем. Стропончик готовь. Многообещающий. Так, Алиса, готова? А тройничок как? Я хочу квадрат. Хотеть можно много чего. Вперед танчить. Я не буду танчить без квадрата. Оху, я потанчу. Вперед. Зачем ты в танк спекнулся? Что вы не проебывали волдырника? У вас таунты, блядь, не бесконечные. Подавители. Мне вот это скучно. Мастер, подбеги к центру, дам дело. Пусть я. Раньше времени не бей, пока танки не сагрили. Разгром по центру. Вот чем мне заниматься, если всех танчит мастер? Нормально. Лови остальных возле вальки. Подавитель. Новый на твинке, блядь. Нету подавителя, жал, чё. Говорю, чтоб ловила их. А как их ловить? Какого сюда? Берёшь удочку в руки, нахуй, и ловишь, блядь. Они не агрятся, блядь, даже, алло. Подавителя. Типа агрятся, но они всё равно... Ой, а ты попробуй. Я пробовала. Волдырская. Они все равно ее хуярить будут. Ты удочкой пробовала? Нет, даунтон. Попробуй удочкой. Оружие поменяй. О-о-о, волдырный. Ой. Разгром. Бузер, отходи, слушай. Вон на жирного бузер бежит. Точнее, кособок. На жирного бузера? Кособок на бузера. Уже все. Просто хиль, блядь. Подавителя. Волдырька выходит. Кто это сказал? Подавите с левой стороны, нахуй, живы, блядь, алё. А, нахуй, не следим, ничего, да, ДДшники, блядь? Чей приоритет? Разгром справа. Разгром. Ух, ебать меня уебал. Он ебёт, не по хуйне. Хуй к нему буду оборачиваться. Хе-хе. Это нехуй раком стоят. А если становишься, то хоть щитом прикрывайся, заебал. Подавителя. А ты чё, масса её не хилишь вообще, что ли? Юльку, ты хиль. Чтобы она не сдох. Может, ты подстак. У меня 22 стака и... Разгром слева. Походу нет. Чего? Нету. Чего у меня нету? Короче, скидывать надо. 39 стаков.
Дал по тебе... Захиливай. Ручку. Ой, блядь, капли. Не, еще не захилил. Зубы дал. СС повесил. Зачем Квинтис таунтила моба? Она не... Там был не таунт на ней, и он побежал на Твич. Изобрел. Таунт был паловский. Паловский. А сколько палов рейдит? Мальчонка, да, на Твиче бежала. Потому потом... что у нее ХПС, посмотри, по аддону, сколько. Пять стаков. Сейчас дам глаза. Как выйдешь. Тут возьми и голос заменишь там, где спорт. Ну, Свейнис, от пилер толстый. Свейнис, да, гомик. Да я его нахуй. Пусть стоит, не трогайте. Не трогайте, сука. Упался. Он на Твинте что-то агрит, смотри. Я его этот, покаяние кинул нахуй. Хорош. Хорош. Алла, страсть. Ты потом постарайся обновить его. Угу. Я не буду больше собирать, иначе я сдохну. Твисью за охотой. Подавители. Два жирных ребята. Один жирный. Не на этого же. Разгром слева. Все, дайте рост ПС-ку и вообще все дайте мне. Веру, дай. Бас меня. Мрбеттер на ХП читай гимн. То есть отходи, воронка. Все захилило по 2%. Да ей пофиг, у него два личных хила есть. Тут на самом деле нахуй больше хилит стаки, правда? Бля, я не посмотрела, сколько стаков я набрала. Да. 47, что-то такое. Я сейчас на я тебя оверхилил. Да, то же самое, я его оверхилил когда вот. Кольцо, перчатки, плащ. Заебись. Ассасины, блядь. Я тебе не помог. Там это, за плащ. Гляньте, я, наверное, в пройдете, да, если что? Шансунг забирает его. А, ну все, отлично. Шансунг забирает, но его нету. Забирает мистер Дайбатер. А можно с поглощением, пожалуйста? Вэл, ты вообще 10 КЕП нету, блядь, ты вообще нихера не забираешь. Дайбатеру не нужен, если что. Но... Он вообще не забирает. Разве что на твой ролик. Все, роу у нас? Да, я думаю, жди на завтра. Ждите ЕП на. Ждем? Не, но мы не расходимся. Сейчас лут и ЕП. Смотри, я же говорил, никто из ратиков не заберет. Да, ой. Линканите с поглощением ХПС. 4, 5, 6, 7, 8. Витя, Урск. Спасибо. Витя. Спасибо. Орал, блядь, нахуй там, блядь. Чизи, блядь, больше не пойду, чувак. Может кто-то, блин, линкануть поглощение. Да, 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 сейчас. Ренжевики. Твою маленькую оппозицию соберем. А вы не ругайтесь там, что там в личате за ругань? Что, блядь, никакой ругани нахуй не будет, блядь. Алиса, прекращай кричать. Сейчас. Просто тихо, спокойно поставим, нахуй, и всё. Пусть отдохнут чуть-чуть. 4200? Серьёзно? Да. Ребята, давайте жить должно. Можно еще раз портать, пожалуйста? А теперь так, следующий вопрос дня. К Мидвею, там и все остальные. Анкил, дай порт, пожалуйста. Очередь на ШМ. Что за хуйня? Да. Что тебе не нравится? Твой хозяин каким боком там влез на? В смысле? У него квесты сделаны, чё? Квесты сделаны, я его на РТ вообще ни разу не видел. Не кричите, пожалуйста. Во-первых, Тёма, ну ты молодец. Анкил, дай портал, пожалуйста. Давайте сначала я вам объясню то, что я вам уже говорил, а потом будете слушать дальше, кого хотите. Очередь
составил Midway, очередью руководит Midway. Турбойс, Пан, все они в очереди, как сказал Midway. Про твоего хозяина. Человек работает вахтовым методом. Он находится 3 недели на работе и 1 неделю дома. В этой очереди он, ну я не знаю, он никому не повредит. Да, насчет твоего хозяина. Смысл его ставить? То есть, блядь, он будет ходить в одни рейды забирать там осколки, остальные не будут забирать, и тогда мы растянем эти осколки на 2 дня, нахуй, или как, блядь? На 3 месяца, нахуй. Пока его нету в очереди, то есть кто ниже его стоит по очереди, забирает осколки. Окей, тогда... следующий вопрос. Лексус, новенький в гильдии, попал на осколки. Тогда этим самым Макаром сил донатом покупать. Квесты есть, видишь? У него сделаны квесты. То есть шейпер, вот. Нахуй, в, ниже приоритетом, чем твой хозяин. Нормально, блядь. Очередь, посмотри. Ты очередь. Я видишь? Говорю про твой хозяин. Шейпер, но... почему ниже? Потому что квесты сделал после. В очередь попадают, там написано специально, восклицательным знаком. Мой хозяин по такой очереди должен был быть выше тебя, Войт, потому что он квесты сделал быстрее потому тебя, да? Если по такой... его не было в онлайне. Он вернулся в игру. Ребят, у него было даже первее, чем у меня сделаны квесты, потому что у него квесты задонены. И он должен был собирать осколки. Но так как он не присутствовал на рейдах по причине, потому что он работает, он их не собирал, собирал я, соответственно. Далее, его также опять не было в онлайне. Чтобы не проебывать осколки, мы сделали квест кому? Войду, правильно? Правильно. Чтобы собирался второй шейм. Ребят, теперь можно минутку внимания? Смотрите, шейм будет собираться быстрее, если, допустим, у нас будет у всех есть вины. Ну пусть мы будем добирать солчата, человек там 7, 8, 10, неважно. Нам нужна вторая 25-ка. Во-первых, это осколки. Неважно. То есть там пусть будет 2-3 осколка, но это просто будет дополнительный рейд, где мы будем фармить осколки на шейм. Чем больше шейм в гильдии, тем выше ДПС, согласитесь? Поэтому, возможно, в какой-то свободный день. У нас в воскресенье вообще нет РТ. Сейчас лекцию найду. Можно поставить ЦЛК 25-ку. Почему нет? Пусть Войд ведет, Лимон, неважно. Я объясню про себя. Я, во-первых, все, кто здесь, сейчас слушайте внимательно. У меня разница с серверным временем плюс 4 часа. Когда по серверу РТ начинается в 19, у меня это 11 ночи, 11 вечера. Вот и представьте себе, ЦЛК по фасту за 3 часа, у меня 2 часа ночи, это по фасту. А 6 часов это у меня 5 утра. Я поняла. Вот и представьте себе. Я поняла, я к чему вела, к тому, что у нас действительно очень долго будут собираться все эти шеи. Мы собрали только один, второй вот-вот, там пусть на подходе, но тем не менее. Но я не знаю, хотя бы до Синдры. Так, а в чем проблема? Я этот, говорю, я понимаю, времени. Что у меня сейчас времени не хватает, чтобы вести, блядь, 2.25. Я понимаю это. Я говорил, если вы можете собрать, собирайте. Ну, у меня время есть, мы ставим РТ, соответственно, Войд ставит другие рейды под мое время. Вот чисто под мое время мы свичим, блядь, ЦЛК 25 обычку, потому что в субботу я не могу сейчас собирать. Мы свичим с четверга, блядь, то в четверг, то в пятницу. Соответственно, виклик у нас или в четверг и в пятницу, виклик с РС-кой. Понедельник я могу собрать ЦЛК 25 хм, поэтому оно в понедельник. Да пронос я на завтра поставил, хоть я и не могу завтра, блядь, прийти. Я посмотрю по народу, я зайду в онлайн, посмотрю, если будет народ набираться на эту ЦЛК 25-ку, значит я поведу ЦЛК 25-ку герц завтра нахуй на допронос. Если не будет, соответственно, я допронос устрою на среду, блядь. Короче, по поводу осколков, сейчас быстренько скажу и свалю с этого дискорда. Смотрите, очередь, я вот сейчас посмотрела, да, у нас стоит, ну ладно, по него 15 осколков, твой хозяин. Хорошо, он будет собирать не всегда, раз в месяц, получается, он неделю работает, 3 недели работает и неделю отдыхает. Дальше идет вот шейпер и Лексус. Я, блядь, мастера, честно, вот иногда бы прибила, ну, шейм заслужил.
Поэтому я все-таки предлагаю куда-то его туда впихнуть, чтобы просто никому не было обидно. Я считаю, это будет справедливо. Человек приходит на каждое РТ, абсолютно не опаздывает, делает для гильдии, что может, хоть он и рахит. Ну, а я что, против? Никто не спорит. Все, вот включите. Ну, такой хозяин одну неделю соберет, а дальше 3 недели собирает мастер. Ребят, эта очередь, то, что сейчас стоит, она может, блядь, меняться в любой момент. Тогда она нахуй нужна-то? Вот меня смотри, Медвей, я расскажу одну хуйню. Мне похуй, когда я буду нахуй на осколки собирать. Мне посрать, я за шмотом не гонюсь. Мне просто вопрос, какого хуя там делает твой хозяин. Все. Так тебе же объяснили, почему, да, не раз. Просто я считаю, что знаешь, Макс тоже нормальный парень. Если уже какой-то приоритет, можно с ним конкретно это все обсудить. Я думаю, он тоже не будет против. Просто это конкретно, знаешь... как бы договаривались. Я думал, он будет не против, если кому-то прилететь не будет собрать те же осколки. Конечно. Насчет обычки второй. Хорошее время воскресенья, потому что у нас на воскресенье пока не придуманы рейды. Но я что скажу сразу, максимум я там могу быть тоже до 8, до 9 часов. И это нужно, чтобы это воскресный этот рейд вел кто-то изначально. Допустим, мастер, допустим, кто-то еще. Кто-то желающий. Му там, допустим, или кто там, или Лек, кто-то из них. Вот вам второй рейд. У меня есть 2 танка еще и хилер шама. Ну, так. У вас тоже флинки есть. Волчат собираем и вперед. С людей 15 с гильдии 20 наберется, можно ИП будет получать начать за этот рейд. Ну, этот винков побольше надо. Бурски такая красивая. Так, там Лекс пишет. Вадик, ты что собрался целком бить? Ну вы смотрите, там Тёма обещал РЛом нормальным, не абы шума, а нормальным РЛом, там в любом случае будет какое-то поощрение, возможно, там накинуть сколько-нисколько ЕП. А нормальным, не рахитом, не долбоёбом. Я рахит. Ты рахит, да. Ну я не долбоёб. А если 12? Какая разница, пусть собирает, это просто дополнительная 25-ка, чтобы не, быстрее ну, собирать. Я не против, что пусть собирает. Соответственно, если будет кто-то, пока что я к людям присматриваюсь, пока новенький. Звание пока я давать не буду. Все правильно. На этот назначение ИП. Соответственно, поощрение будет, если, соответственно, будешь на 8 водить без проблем, то есть будет кто-то из стенков, это по-любому. Из про, наших что, про что он говорит? Да, он будет водить 25-ку. Обычку. Не знаю, ТКМ-ку или обычку, я не знаю. Если обычку, будет вообще хорошо. По каким дням? Какой день, Лекс? Вадик, а тебя когда в армию это забирают? Выходные, ну вот. Воскресенье, да. Вот, воскресенье все... можешь повезти? И все пусть туда подтягиваются, и мастер, и твиси, и все. Воскресенье только через неделю получится, неделю через неделю. Воскресенье неделю через неделю, да? Нет, как бы, смотри, у меня получается в понедельник, допустим, вот на этой неделе... Я бы не смог вести в воскресенье, потому что у меня в понедельник было вождение, мне типа рано вставать, у меня там плюс 11. Нет, ну это без вопросов. То есть это... можно как бы чередовать там суббота, воскресенье, так через неделю. Ну, в чем проблема? Вон этот, войду напиши, мне напиши. То есть когда сможешь собрать, мы поставим это в расписание в текстовом канале и в сообщение дня. Да, все, проблема решена.
Я перенесу просто, если будешь в субботу, то я перенесу просто на воскресенье и ВК, и игру Магика. Ну, они там проходятся очень быстро, то есть проблему в этом я не вижу. Ну, ребята, не знаю, если будут рейды без тёбы, обычки, первый рейд, который основами, и если они опять будут без лича и синдры за 5 часов, придется, какое бы там РТ ни стояло, придется это добивать по КД. И если кто-то не придет, придется ловить КД и добивать. Это основной приоритет, убить. Так что имейте в виду, лучше начинать всем, кто сейчас слушает, и всем, кто сейчас не слушает, тоже передайте. Учить тактики так, чтобы они зубы отскакивали. И реакцию. А если я знаю тактики? Ну, значит, повторять. Ну просто ты заметил, я ни разу не накосячил. Не, я тебе что-то говорю, я видел, что ты не накосячил. Смотрите еще, ребята, по поводу дополнительного ЦЛК. Если не будет 15 людей из гильдии, если будет, допустим, 14, никто ЕП не получит. Пойдете просто так. Будет 15 без разговоров. Да вообще как бы о 20 думали, но 15 это нужно, во-первых, чтобы был РЛ четкий, во-вторых, чтобы был хилы и танки именно с гильдии, чтобы все, кто остальные в рейде были, они были ДДшники, которые добрые, они были солчаты. И не какое-то там говно, а тот рейд, который способен что-то убить. Хотя бы, не знаю, до 7 рейд. На 8 боссов, я не знаю, там 5 ХДПС берут бичей, эти проходят. Помнишь, вот как в Дарках? Там были люди, которые спасали рейды. Ну, кстати, скоро и тут такое будет, но я не люблю таким заниматься, честно. Я занимался этим за компанию. Да, было весело просто, это разнообразили досуг, так сказать, после своих рейдов. Ну, может быть, но, блядь, ну ты все равно представь, ты в своем рейде идешь, нормально себя чувствуешь, среди людей, которые ДПСят, все знают, и приходишь в рейд, где, блядь, никто не знает ничего, слюни с рта текут, блядь, и там ДПСишь, выкладываешь на всю, и, ну а что в этом веселого тут? Ничего в этом веселого нет. Не, ну если, допустим, свои ходить, то можно иногда попотеть, но еще не попал в основной рейд. А если так вот, то просто пойти. А кто хер Алексус не получает ЕП, если у него привязан, сука, вар? Ну, вот точнее, у него хан привязан. Не понял. Че? Ну, значит, написан, блядь, ник неправильно. Ну Алексус, да, неправильно напиши, написано. Пожалуйста, ник ханта нормально. Там написано нормально. Он неправильно написал. Добавь вот, видишь, там Ли Морти, там Лил Морти. Там Лил Морти? Да. Надо ники придумывать, как у Войда простые. А то вы придумываете что-то хуёво. И как-то Твиси, да? Твиси, да. Просто Твиси пишешь. Да, блядь, где он там? Так, ладно, ребятки. Рейд был довольно неплохой. Да, всем все. Спасибо. Всем спокойной ночи. Так, спокойно. А вы что там собираете, не? Да, танк хил нужен. Куда вы собираетесь? Слава. Слава.